Ароматерапія для дзяцей-сірот. Выхаванцы дзіцячага дома номер 7 наведалі майстер-клас па стварэнні водару. Пад наглядам вопытнага ароматерапеўта Аксеніі Філіпавай дзеці прадэгуставалі розныя пахі і зрабілі ўласны мікс. Дабрачынны акцыі сумесная ініцыятыва фонду UniHelp і групы валанцёраў Aspire. Иногда я ничего-то не чувствую, а хочется. А иногда настолько вкусно пахнет, как мы говорили про лес, например, вот были летом в лесу. Ты нюхаешь, и, не знаю, как-то свежесть, ощущение легкости. А когда вот приезжаем в город, более тоже гораздо больше запах, но они более тяжелые из-за того, что город, машины, людей много. Мы стараемся постоянно сделать что-то такое креативное, душевное, интересное. И вот сейчас, даже здесь, вот, ну, наверное, камера этого всего не передает, но мы чувствуем вот эту вот атмосферу, запахи, вот эти ароматы натуральных масел. И я думаю, что она запомнится. После духмяного урока для детей подрихтовали смачные почастунки. Про насыщенные эмоциями день им будет нагадывать уластная парфума, якую каждый зарабил самостойно.